Филис? А... С самого детства я хотела танцевать. Если мы сегодня сбежим, ты станешь величайшей танцовщицей, а я величайшим изобретателем на свете! Я балерина. Да, да. Я учусь в балетной школе. Все вы храбры и талантливы. Кроме тебя. С завтрашнего дня начинается прослушивание. Каждый день мы будем кого-то исключать. У тебя лишь один соперник. Камила, у нее идеальная техника. Вверх, вниз. И она не умеет проигрывать. Тренировки начинаются завтра в 5 утра. В 5 утра? Я звезда. А вы лишь вращайтесь на моей орбите. Ты должна научиться держать равновесие. Как же мне получить эту роль? Получишь, ведь у тебя есть то, о чем она может лишь мечтать. Страсть. И еще этот красивый мальчик. Он говорит, что я могу стать кем пожелаю. Но я тоже так говорю. Танцуй всей душой. Балерина. Так это балет или кунг-фу? Очень смешно. Новый день, и вся команда была к нему готова. Бумер, гостеприимный медведь. Стив, офицер охраны. На аттракционах всегда держите руки при себе. И Орешек, создатель горок. Мы откроем карусель. Я нашел лучших лошадей. Ладно. Думаю, мы можем лучше. Ты права. Орешек заслуживает большего. Рыба! Летучая рыба! Потрясающая идея! А нажав на плавник, вы полетаете над всем парком! А ты веришь, что парк чудес существует? Ну, разумеется, существует. Ты способна воплотить все свои мечты. А это здесь откуда? Представь, что парк твоей мечты... Это парк чудес! Оживает. Есть кто? Бежим! В парке человек! Главное без паники, главное без паники! Народ, успокойтесь. Я Джун. Я придумала парк чудес, когда была маленькой. Зачем ты сделала дикобраза главой безопасности? Все в укрытие, все в укрытие! Кажется, я вам помешал. Сдаю назад. Бип-бип-бип. Весной 2019-го. Что здесь произошло? Вырастая, дети перестают верить в чудо. И их воображение исчезает. Тогда-то все волшебство и умерло. Полегче, Гэндальф. Спасибо, Бумер! Чтобы вернуть волшебство... Пора вернуть парк чудес к жизни! На наших глазах происходит чудо! Нужно поверить в чудо. Я хочу вниз! Нет! Вы ведь заблокировали колеса? О, так вот зачем эта штука! Ой, кыш! Нет! Похоже, ничем хорошим это для нас не закончится. Согласен. Волшебный парк Джун. Приготовьтесь к посадке. Я сплю, мне все это снится. Давайте повторим. Были постояльцы, которые не отражались. Тайн! Ты же знаешь, что все эти истории про вампиров выдумки, всего лишь мифы и сказки. Тебя как зовут? Тони Томпсон. Рудольф, ну-ка, укусинус. Ну что, полетаем? Да! Невероятно! Не могу понять, как вы, смертные, не устаете ходить. Посмотри! У вас обнаружены следы вампиров. Я их нутром чую. Это руки. Охотник на вампиров. Мы все в большой опасности. Если тебе и твоей семье грозит опасность, давайте я помогу вам. Он же не вампир. Мы не можем доверить свою судьбу одному из смертных. Он мой друг. Это куда важнее.
Он спас мне жизнь. Старая добрая классика. Подождешь меня? Мне надо вздремнуть. Занято. В новом прочтении. Следи за небом. Следи за дорогой. Вампиры! Мелкий паршивец. Следи, чтобы не укусили. Спокойного дня, смертный. Приветик. Да это же... Вампир? Маленький вампир. С давних пор мы живем здесь, на земле полной тайн и опасностей. Это мой отец, король Дунброха. А это мои братья, дьяволята не иначе. А это моя мама. Она контролирует каждый мой шаг. Принцессы оружие на стол не кладут. О, мама! Она меня не слышит. Представь, что я Мирида. Говори со мной. Не хочу выходить замуж. Хочу быть свободной. И пусть мои волосы развиваются на ветру, когда я скачу по долине, выпуская стрелы в закатное солнце. Старшие сыновья вождей будут бороться за руку принцессы. Я сама поборюсь за свою руку! Только посмей выпустить стрелу! В кого превратилась моя прелестная девочка? Мне нужно колдовство, чтобы изменить судьбу. Готово. Да ничего не будет. Такого я не ожидал. Если выпал шанс изменить судьбу, подумай. В городе Эренделл лето. Здесь очень тепло и солнечно. Но скоро все изменится. Навсегда. Эренделл. Он весь обледенел. Холодно, 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 холодно. Отличный июль, да? На мир опустилась вечная зима. Да что же это? Если не принять меры, мы все замерзнем. Думаешь, у тебя проблемы? Я льдом торгую. Тогда плохи твои дела. Этого добра сейчас сочувствую. Миледи? Как неуклюже. То есть, не вы неуклюжие, а я неуклюжая. Вы роскошны. Ой. Здравствуйте, я Олаф. Привет, скорее пока. Мне не надо? Давайте начнем сначала. Я знаю, как прекратить зиму. Держись. Люблю кататься. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Куда с ногами? Только лаком покрыл. Где твои манеры? Так давайте вернем лето! Что-то я не в форме. Булки! Пригнись! Ушибся? Я не нежный. А я снежный. О, я идеален. Такой хорошенький, как малепусенький единорожек. Нужно где-то переждать эту метель! Это не метель! Колдовство! Это моя сестра! Ничего не хочешь рассказать? Берегись! Как тебе не стыдно швырять маленьких снеговиков? Тихо-тихо, остынь, принцесса. Оставь его в покое. Ладно. Отлично. Да сколько можно? Олаф, ты таешь? Ради тебя можно и растаять. Но прямо сейчас не хотелось бы. Давай, малыш, быстрее! Не надо! Я не чувствую ног! Это мои ноги. О, эй, будь другом, поймай мой зад! Какое блаженство! Эй, нам 3 свадебных торта. Кого решили осчастливить? Можно взглянуть? Вам не кажется, что это один и тот же красавчик? Да ничего подобного! I want him for myself, I wanna lock him down, I wanna...
Катрин, не надоело, что тебя ненавидят все мужчины в королевстве? Он украл мою любовь! Ну да, зато все девушки меня обожают. Любая, кто посмотрит ему в глаза, не устоит перед его улыбкой. Когда ему исполнится 21 год, он лишится своих чар, и любовь умрет навсегда! Осталось всего 3 дня. Настало время принцу сделать выбор и освободить всех остальных от заклятия. Да легко. Поцелуй меня и спаси нас всех. И с кем ты это прокатывает? Абсолютно с каждой в королевстве. Пока! Вау! Это что-то новенькое. Пора определиться, на ком же мне жениться. Судьба всего королевства зависит от меня. Тебе повезло. Я могу помочь. Так поспешим. Подожди минутку. Я на вершине мира. Мне бы очень пригодилась твоя помощь. Какой у тебя план? Чтобы найти истинную любовь, я должен справиться с 3 невыполнимыми заданиями. Первое. Преодолеть непреодолимую пропасть. Второе. Пережить неминуемую смерть. Нам конец. Привет, очаровательные создания. Ух ты! Хватай руку! И третье. Сокрушить несокрушимого монстра. Приступим. Да, я как-то иначе себе это представлял. Распрекрасный принц.